Всем привет! Сегодня с вами приготовим сдобные булочки в сметанной заливке. Они получаются невероятно вкусные и воздушные. В миску кладем 2 яйца и 1 белок, сахар и ванильный сахар. Все перемешиваем. Добавляем теплое молоко и теплое растопленное сливочное масло. Добавляем соль и сухие дрожжи. Перемешиваем. Добавляем в тесто 400 грамм просеянной муки и хорошо перемешиваем. Когда перемешали, накрываем тесто пищевой пленкой и ставим в теплое место на 1,5-2 часа. Время прошло, наше тесто хорошо поднялось. Далее выкладываем тесто на рабочую поверхность. Месим тесто 5-10 минут. Оно должно получиться таким вот мягеньким. Затем присыпаем тесто мукой и раскатываем в пласт. Смазываем тесто растопленным сливочным маслом. Сверху посыпаем сахаром. Скатываем тесто в рулетик. Разрезаем на 8 частей. Нам понадобится формочка диаметром 26 сантиметров. На дно кладем пергаментную бумагу и выкладываем наши булочки. Ставим их в теплое место на 30 минут. Время прошло, смазываем булочки взбитым желтком. Выпекаем наши булочки в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 35 минут до готовности. Для сметанной заливки перемешиваем сметану с сахаром. Когда булочки готовы, выключаем духовку, достаем их и смазываем сметанной заливкой. Затем ставим выключенную духовку постоять еще на 15-20 минут. Наши сдобные булочки в сметанной заливке готовы. Они получаются очень нежные, воздушные, мягкие и невероятно вкусные. Обязательно попробуйте приготовить. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!